нашей комьюнити, за это ей дополнительное спасибо. Она очень отзывчивый и хороший человек. Я напоминаю для тех, кто пришел недавно, что в конце зала стоит коробка, похожая на большой новогодний подарок. Эта коробка предназначена для donations. То есть вход у нас бесплатный, артисты выступают бесплатно. Если вы можете как-то поддержать, пожалуйста, отпускайте денежку. И чтобы подготовить вас к восприятию следующего номера, я хочу прочитать стихотворение Андрея Дементьева «Сестра милосердия». Слезы Мария вытерла, что-то взгрустнулось ей. Мало счастья Мария видела в жизни своей. Мало счастья Мария видела и старалась не видеть зла. Красотой ее мать обидела, юность радостью обошла. Некрасивая, неуклюжая, о любви мечтала тайком. Платье старенькие утюжило, только платье на ней колом. А года проносились мимо, словно вальсы подруг. Так ничьей не стала милой, не сплела над плечами рук. Так ничьей не стала милой, но для многих стала родной. Столько нежности накопила, что не справится ей одной. И когда по утрам ходила в нашу белую тишину, эту нежность на всех делила, как делили мы хлеб в войну. Все несчастья свои забывала перед болью чужой. Говорила, не возвращайся тем, кто радость нашел домой. На судьбу Мария не сердится, но на слезы они в счет. Вот такой сестры милосердия часто в жизни не достает.